Сегодня 28 февраля 2018 года. Это у меня дикари живут здесь. Вот они в коробке живут, а вверху кошка спит. Вот, а это голубенок, первый у них вывелся, первый голубенок. И они уже начинают гнездиться, второй, уже второй, вот-вот снесут яйца. Ну, я старался здесь его окружить, вот этими брусками положить. Он уже начинает шевелиться, чтобы они приучались. Я его приучаю их кормить. Вот он пошел, там песок насыпанный с солью. И он туда ведет ее. Это она первая пошла, им очень нравится это. Под столом у меня, где ноги я там держу. Вот они там, коробочка. Такая баночка с песком и с солью. Крупнозернистый песок. Я просто коробочку поставил туда, они нашли. Тогда я их по-хорошему сделал им. Вот боюсь, как бы у него ноги они не раздавили. Иногда я так ухаживаю, они давят его сверху. И бывает он калека. Но это еще непонятно, что у него с ногами. Видишь, как. Ну вот только-только-только еще. Вот какой он? Да никакой еще. Пера нету на нем. Ух, чуть-чуть. И они уже его стараются бросить. Но кормят. Мать тоже поклевали. И дальше к нему. Опять туда песок и соль не хватает, видно. Я хочу, чтобы они к нему туда заходили и кормили. Нет, не кормят. А вот белые, то есть белые, ну, породистые, те кормят тут же на полу сразу. А это вчера пересместил его на 15 сантиметров возле гнезда, чтобы они его не давили. Это все бросили, уже не стали кормить, погибает. 15 сантиметров, это уже все. А кошка сама хватает, уносит, и крыса уносит, и собака. А голубь — это очень глупая птица. Ефрем говорит, глупый как голубь. Это она к нему ластится, чтобы он ее полюбил. Вот тут наблюдаю. Раньше чего я не знал за голубями, сейчас увидел, вот как они близко. Тут наблюдение. Вот под крыльями у него какая-то смазка, привлекающая запах. Парижские духи видно. И он теперь вот этим носом ее любит, разгладывает перышки. Видимо, что-то дает из клюва. А парю пришлось загнать в погреб. Даем мы пока уколы. Все, пока одно и то же монотонно идет, отхожу.
Вот так оплодотворяются у голубей. Вот они как. Вот они как. Сразу летать начинает. У ней там, видимо, проникает дальше. Так вот положено. Господь так им дал. Вот в комнате это все можно наблюдать. Вот оно где. Все. Повторно сразу он ее топтать не будет. Ему надо и накопить энергию. А она прям тут же к нему опять ласкается. Голубка вот эта с такими более светлыми пятнышками. Вот это первая, это голубка. А там дальше голубь. Он покрупнее немного, чернее. А она, видите, с какими-то с пятнышками, как с сарочкой. У меня наверху там породистые голуби. И в деревне две голубятни. У злого человека голуби не водятся. Статья была. О! У меня три голубятни, это четвертая в комнате. Интересный определитель. По голубям. Не по коровам, не по лошадям. А кони женонеистовые. Жеребцы. Пали стало сегодня маленько получше. Это 25 у нас февраля. Вот сейчас только уколы сделали, у нее головка еще все заворачивается. Так, 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 куда, куда ты поперлась, а? Наверх туда к ним нельзя, нельзя. Паля, нельзя туда, нельзя, на голубей. Сама едва на ногах стоишь и кого-то голубей гонять. Ну, вот она пошла, ну видишь, падаешь еще. Головка выворачивается. Она не может спокойно наблюдать, что голуби летают, крыльями машут. Но вот Настя Дропот с дочерью Енафой была. Это вот Настя как раз та, которая желудок нынче вырезали, признали рак. Она приехала к нам вот тут, потрудилась, показала, как спасти нашу Палю. Может, она уже не такая будет Паля, полноценная. Это что-то головка на бок у ней. Ну, уж за голубями разгоняется, значит, о своей смерти не думает. Вот она где, вот она где. Куда-то полезла, полезла. Но не может залезть даже, залезть не может. А надо лезть. Вот она где. Она возле крутится. А головка так боком. Семь месяцев. Ну и куда ты пошла опять? Опять упадешь где-то. Может быть, ты упала, тут ушиблась. А ну-ка, маленькая, не надо, не надо. Вернись назад. Давай, это не по-христиански ловить их. Они, если нужны тебе будет где-то, там в другом месте получишь. Голубей много летает, а это наши, домашние. На улице-то там и пеликаны ловят голубей. Да, и кошки. Охота по лестнице на тот этаж, но они все равно не дадутся ей. Вот она. Полетела, сразу услышала. Это... А она, самочка, голубка. Это я подсыпаю помаленьку. Вот она. Подскочила. Вот он, второй голубь. А Паля здесь за ними охотится. Себя не помнит. Еще совсем из больницы не выписалась. Ночью в реанимации была. А тут уже вся напружинилась. И они на нее смотрят так, как испуганно. Успокойся, Паля, не надо. Вот они у нас какие голуби. Там у них голубенок. Я им сейчас второе гнездо состроил, и они уже туда мастятся. Все, она уже готова снести яйца. И будет парить, а он будет выкармливать. Вот у нас был такой случай.
голубятни. Я поставил воду, а он, я не знаю, неизвестно, что там, намочил ноги-то и примерз, и ножку отвернул. Оторвался-то. А там двое в гнезде было. И она его вскоре, тут прям день-два прошло, она с другим голубем познакомилась и за него замуж вышла. А его одноногого бросила. Ой-ой-ой, до того такое зрелище было. И он один выкормил их. Ну, кормил что? Мы же даем кормить. Главное, не бросил их, вырастил. В люди пустил. Конечно, невысокое образование у детей будет. Ни в Кембриджском университете, ни в Оксфордском. Ну, себе пищу добудут. Вот так. Вроде бы маленько полегче стало. Взгляд не такой уже тусклый. Мне не нравится, что крепко прижимали ей. У нее были длинные брови, вот эти вот антенны. И над одной бровью как будто бы меньше стало. Почему-то, мне кажется, это влияло на зрение, а на усах на обоняние. Вот смотри, какая паля, какой у нее вид, как она смотрит тоскливо на голубей. Ну. Все, гуленьки. Сейчас пойдем воробьев кормить. Сегодня у нас 25 февраля 2018 года. Сейчас уже 2 часа дня, а в 6 занятия будут по скайпу. Сегодня 3 марта. Вот голубенок уже большой, но вылезти еще не может из бруска. Но отец уже подходил, кормил его. Голубиный отец. Это мать подходит. Это ищет что-то. Так, Володя, на кухню не пускай их. Вот так, маленечко. Чуть-чуть встань, чтобы, а то там плита горящая, они могут на нее. Видишь, лезут куда. Он тоже. Вот белое на спине как бы пятно под крыльями. Это отец. Самец, голубь. А это паля. Паля выздоровела уже почти совсем. Еще 3 дня уколы будем делать ей. А что-то где-то клюют, подходят, это. А этот ползает. Ну, это прям рядом с моими ногами, вот он. Ну еще ты тут. Ну-ка, давай-ка. Ой-ой-ой, вот я его теперь приучаю, чтобы и кормить буду. Между пальцами зажимаю ему нос. Ну ой-ой-ой. Ой, да как он крылышками машет. Гуля, 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 гуля. Ты я наклоняюсь со стула. Вот он где. Ну-ка, ну-ка. Он между пальцами сам. Свет так, он думает, что-то дам. Я имитирую, что это отец так делает. А у него уже маленькие перышки начинаются. Вот он. Ну, прям совсем махонький. Ну, уже он большенький. Давай-ка возьмем тебя на руки. Вот он, на руки я его взял. Смотри, какая это рука моя. И какой он большой-то уже, крылья распустил. Мне главное не уронить его, иначе он лопнет. У него тут зоб набитый. Ну и загородил его, чтобы он никуда далеко не ходил, а в одном месте оправлялся тут. Видишь, постоянно ходит, у него жидко его и ходит из него. Как студень какой. Ну,
Вот сяду перед ним на этом уровне. Клюв большой, это беспородный, означает жизненный он. А маленький выводит, сейчас голубеет, они кормить не могут, носик маленький. Выкармливают, отдают дикарям. А это настоящий, прям с улицы пойманные. Я держал породистых в избе, ну а за ними наблюдать, что они, все там не такое. А здесь именно естественное. Естественное. Такие они сами есть. И вот я все смотрю за ними. Вот они вверху. Вот они. Вот так составим ролик потом.